Дорогие подруги, только что мы с Александром, моим мужем, закрутили сакральный танец. Две энергии, мужскую и женскую. Для того, чтобы та идея, которая есть у моего мужа, с помощью тех энергий, которые мы закрутили, я как женщина могла материализовать. В этом танце были использованы буковицы. Буковица «Актив» и «Вита» мужского и женского начала. Буковица «Мыслите» и «От», которые вместе соединяются в единую буковицу, сложную буковицу, усложненную, которую мы все знаем как «Ом». Мы также станцевали и закрутили буковицу «Вет». Мы открыли проход с помощью буковицы Шаны-Аш. И открыли врата возможности, протанцевали это в потворцовых, пространственно-временных, в Яви-Нави-Праве этот танец. Ну, может быть, со стороны он смотрелся достаточно просто, достаточно легко, но если вы понимаете, что вы выписываете телом, если вы понимаете значение и информационную нагрузку тех буковиц, которые в виде асан складываются в сакральное движение танца, то через свое тело вы пропускаете удивительно мощный поток закручивающийся двух начал, мужского и женского, которые обязательно в момент здесь и сейчас, когда мы протанцовывали, начинал уже реализовывать идею, мечту, уже ее формировать в пространство-временном континууме. Были задействованы все потворцовые энергии, и в конечном итоге, я так думаю, у нас все должно будет получиться, и в самое ближайшее время наша мечта, идея должна будет воплотиться в форму. Я хочу пригласить вас всех заранее на свой урок-практикум. Он будет уже третьим по счету, который будет проходить на открытой площадке. Скорее всего, там, где у нас был второй урок, на поляночке у источника в предгорье Качакальона мы собираемся и идем вот на эту полянку. Мы с вами протанцуем многие обережные знаки. Мы с вами закрутим энергии, вы их почувствуете. Я вам дам и расскажу суставную гимнастику. На прошлом уроке мы начали, на этом уроке мы продолжим. И вы прочувствуете на себе всю сакральность, обережность, защищенность этого удивительного танца, который сочетает в себе мудры, асаны, обережные знаки, все национальные танцы, которые только есть вообще вот у нас на земле, в мире, в природе. Потому что все они вышли, по сути, с одного источника. И этим источником была Таня Яга. Уровень осознанности через движение. Поверьте, ваши мечты и желания обязательно сбудутся. Не ждите чуда, за граница вам не поможет, и никто, никакая бабушка, дедушка вам не нашепчет ни на воду, ни на что другое, чтобы ваши мечты и желания сбылись. Становитесь сами волшебниками, становитесь сами ведьмами, которые будут ведать материю, ведать, что творят, которые сумеют войти в резонанс с планетой, с ее энергоинформационным полем, и начинать жить так, как и должен жить человек. Счастливо, в любви, в мире, в согласии, с радостью. Тем более, когда есть такой инструмент, как сакральный танец. Тем более, когда есть такой инструмент, как сакральный танец, который, в принципе, доступен всем. Всего вам хорошего.
Всех вам благ. До встречи в конце августа.